повторяет стучаться. Мы работаем уже полтора часа. А мы давно уже 3 часа работаем. Я можно продолжать и 3 часа. Давайте. Что вам сейчас? Пожалуйста. Одно предложение. Да, просто как дополнение. Скажите, пожалуйста, у вас как дальше? Я не успела. Денис Вячеславович. Майоров. Спасибо. Спасибо большое. Майор Денис Вячеславович, против вас у нас вообще ничего нет лично. Спасибо, вы достойно себя ведете, уважительно. Но вот то, что вы не как бы спешились, как бы, или как сказать, оплошали в том вопросе, что вы основания не можете найти, если будут они найдены, тогда не будет стройки. Основание вот он, градостроительный кодекс. Сидела всю ночь. Статья 5/1. Статья 5/1. Да. Пункт 18 статьи 5/1 градостроительного кодекса Российской Федерации. То есть мы сейчас участники общественных обсуждений или публичных слушаний, обсуждаем, высказываем свои пожелания, предложения. Это право наше. У нас демократия, власть народа, в переводе с греческого. И дальше. Постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся вот эти вот публичные слушания и предложения, да? И что дальше? Что дальше? Самое главное. Мы обсуждаем этот проект и дальше. Мы являемся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты. То есть мы находимся на территории, да? Будущего как бы объекта. Поэтому за нами главное мнение по поводу этого строительства и правообладатели вот этих вот объектов капитального строительства подвержены риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов. То есть мы участвуем в этом проекте и мы говорим нет. Нет. 3 раза. Нет. 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 Спасибо. Коллеги, завершаем. Протокол сегодня будет составлен. В ближайшие сутки юрисдикции можете подойти на администрацию, протокол получить. Все предложения будут учтены. Если у кого-то останутся сейчас после нашей встречи частные вопросы, как главе администрации... Вот вопрос главе администрации. Да. Все-таки позицию администрации города. Я не раз обозначал. У нас есть четкое разграничение по функционалу. Принимает решение по данному вопросу у нас соответствующая структура. Но вы за жителей или нет? Еще раз. При принятии решения, конечно, учитываться мнение и население тоже. Но вы за жителей или нет? Еще раз. Во вторую очередь. Нейтралитет получается. Ну что за нейтралитет? На одной чаше весов это население, на другой чаше весов это закон. Решение что законным. Закон люди, но есть еще и частные собственники, да? Вот, конфликт 3 интересов. Система уравнений. Наверное, система уравнений. Но получается интерес у собственников известный какой. Вторая сторона, как бы, нейтралитет держит. А наше мнение людей. Получается, никто не слышит даже. Нет, они просто услышали. Ну да, но не хотят делать. Они сказали, мы вас услышали. Что я услышал? Есть какой-то там... Повыше микрофон. Сейчас, да, сейчас вот, сегодня, что я услышал? Сегодня стройки нет. Ну что вы собрались? Ну, не вопрос. Проект не утвержден, стройки не будет. Но если вы утвердят, тогда стройки будут тоже. И, как в советские времена, был такой принцип, да, у меня отвергаешь, предлагаешь. Много говорили о школе, об этой вот теплице. Так вот я бы предложил, наоборот, восстановить эту теплицу, даже с оранжереей, и построить там еще классы для уроков труда, или как сейчас называется, уроки технологии. Поднимать качество образования, и когда дети сюда подтянутся, ну и в том числе экология, и еще много доводов было, и главный довод, это если им интересно, они видят. И что самое интересное, Спасибо за подписку, приглашаем. Варианты местные. Спасибо. И вот интересно. Да. Овощи к свежему, это свежие овощи в столовую. Так, мы не расходимся, как же нет создания этой группы.
Так, уважаемый, один момент. Один момент. Резюмирую, да? Вот господин Петров выступил, да, все понятно, все сказано. Уважаемый, пожалуйста, как сказал Вадим Николаевич, не тешьте иллюзии. Не сидите на диване. Мы постоянно вот через вот инициативную группу Людмила да, будем давать информацию. И я в том числе будем также беседовать с администрацией. Будем выяснять какие-то определенные моменты, чтобы этой стройки не было. И, ну, пожалуйста. И еще и значит. Будьте, пожалуйста, на контакте. Юра, понятно, Юра. Лето, грибы, там ягоды, Юра, там дачи Юра. И так далее. Будьте на контакте. Юра, у нас есть проверенный способ. Мы нанимаем автобус и едем к президенту России на Старую площадь. Нас там принимали. Чуваши больше всех жалоб отряжают на Старую площадь. Там, понимаете, фиксировать то, что чуваши не было получено остановкой в городе. Мы уже несколько раз туда ездили, и по этим нашим поездкам были приняты решения. Кто за, поддерживайте нас.